Итак, это снова у нас Скайрим. И... Да? Так, я прилетела... Телепортнулась, короче, в Данстар, потому что хочу найти музей. Говорят, вампиры напали на зал дозора. Сожгли... Помните, когда, в общем, меня принимали в ряды соратников... Там подбегал гонец, короче, отдал мне письмо. Так вот, вот в этом письме как раз и было про Данстар и про музей. Там какой-то тип, типа. И вот его я и ищу. А вот и он. А вот и первый посетитель. Да. Музей мифического расцвета открыт, друг. Милости прошу. Посмотри экспозицию, и мы... Давай поговорим внутрь. Это зря. Так вот, осколки былой славы. Насколько я поняла, они еще неплохо как раз связаны с деидрической броней, потому что там в конце, я так поняла, я смогу довольно, ну не то что просто, а довольно быстро, короче, собирать много сердца Даэдры, короче. Одна из групп нашла бритву Мируниса. Великий артефакт Мируниса Дагона. Да-да-да, вот. Они разбили ее на три части. Вот что-то связано с этим, короче, Мирунисом. Это было почти 150 лет назад. Но потомки тех воинов все еще хранят обломки кинжала у себя. И они живут здесь, в Скайриме. Ты хочешь с моей помощью твои собрать эти обломки? Обломков, Гунзул и Драскуа — опасные бандиты. А третий — Йорген. Я знаю только, что он живет в Морфоле. Вот, держи мои записи о них. Если добудешь части кинжала, я хорошо заплачу. И лишних вопросов задавать не стану, если что. Они поклонялись Мирунису Дагону. Так, не вопрос. Надо мне добрыть... добрыть, господи, заговариваюсь. Добыть эти... В общем, части там рукоять или что-то Мируниса, короче. Оружие, принадлежащее Мирунису. Так. Посмотрим сначала здесь. Йорген. Если ты не насчет леса. Части бритвы, короче, бритва Мируниса. Правда. Я о нем слыхал. Мой отец подозревал, будто он связан с мифическим рассветом. Похоже, старик оказался... Он с ним прав. Связан, да, у него музей чего-то там. Моя семья 8 поколений убила на то, чтобы уберечь бритву от вымершего культа. Как по мне, так пусть рукоять и дальше хранится под замком у меня дома. Да кто бы сомневался, ладно, попробуем убеждение. Она тебе совсем... Тебе она совсем не нужна. Мне-то наплевать. А вот понятно. Убеждение не получилось, что? Будем драться. Ну как иначе? Не понял с первого раза, тогда начистим тебе лицо. Все очень просто. Хотя я, в принципе, не мужик. Обычно мужики так поступают. Ну, какая разница? Что-то слабенько ты бьешь. Тяжелая броня. Навык. И... Понятно. А где твой дом? Знать бы еще, говорят, где твой дом. Это охотники на вампиров или что-то такое. Обосновались в старом форте. Я видели в компании соратников. Правильной дорогой. Конечно. А ты как думал? Соратники — это тема. А, отлично. Ну и возьму я у тебя еще золото. Железные перчатки можешь ставить себе.
Ты уж не серчай, но золото мне тоже нужно. Так, и куда мне дальше? Так, я добыла только одну. Мне еще две надо. Обломки и навершие бритвы. Так. Данстар, это мне возвращать надо ему все этому. Как, не помню уже, как его зовут. Как далеко-то, ёшкин кот. Ладно. Короче, прибыли мы. Старушечья скала. И тут дракон, что ли? Ладно, не суть. Короче, идем внутрь. Показывает, где-то здесь есть еще один обломок. Старушечья скала. Небось, здесь ворожея будет, скорее всего. Хотя не факт. Или изгои. Я уже не раз с ними встречалась, с этими изгоями. Да, изгои. Прости, но хильнуться ты не успел. Так замахнулся и все мимо. Ну что ж ты так? И без денег. Угу. Не было сомнений. Сначала ты, а потом ведь... Сколько тут всяких банок, склянок. Так. И куда? Опять ищи, свищи. Где что, зачем и почему. А что сработало? Угу. Оно работает за счет камня души. Ничего себе. Ловушку не заметила, как всегда. Алхимия. Что-то я открыла. А, пофигу. Ну ладно, выйдем. Если уж показывает. Конечно, он мне может показывать другие эти осколки, где их можно добыть еще по заде. А. Ну, короче, да, это... Блин, не умереть бы. Ведьмы, или как они их называют, ворожа, еще тут слово. По-моему, ведьма. Угу. И остался одно, короче.
Да блин, мешается. Падла. Я не могу, да, и не могу запрыгнуть и достать, короче. Черт. Так, и что у тебя тут в сундучке? Короче, потом посмотрю, просто сразу беру. Так, идем дальше. Так, теперь мы за третьим осколком прилетели. Вот крепость, треснувший бивень. Показывает, что здесь. Еще есть один, последний. Как всегда, тут где-то поблизости летает дракон. Только мне сейчас не хочется с ним воевать. Из-за него еще и не телепортнешься. Блин, места не осталось уже. Под завязку. 320 из 30-20, блин. Из 320. Ладно. Пойдем внутрь. Если что, я что-нибудь выкину ненужное. Если тут будет что-то ценное. Хотя вряд ли что-то будет ценное, скорее всего, что-то на продажу. Глянь-ка сюда. Да у нас тут... Промазал. Живьем шкуру. Да блин, не то, мне мешочек нужен. Золото, все, 15. Так, и все. Я уже перевес, не могу бежать. Ладно, будем выкидывать. Что это было? Ну, блин. Сильный. Блин, как он вовремя блок-то ставит. У меня хоть есть одно. Походу, дело было только последнее. Зелье лечения. Прекрасно. Так, короче, надо избавляться будет от ненужных баночек, скляночек. А то я в них уже путаюсь, оставить самые такие необходимые. Не то я в основном только лечилкой пользуюсь, да, этими запасами сил, да и все. Магии, ну магии иногда. И больше мне никаких и не надо, только место занимают. И когда ищешь нужную банку, ее в этом большом количестве склянок не можешь нифига найти. Короче, все, больше нет у меня лечения. Надо убегать от него и хилиться, в общем, магией. Другого выхода на данный момент не вижу. Все, побежали, побежали, побежали. Это понятно. Хорошо, еще лечение тогда прокачала в этом. В храме, короче, каком-то в Вайтране, когда дерево восстановила. У нее там было выучиться. Теперь она с двух рук хилится. Довольно быстро и эффективно. Ой,
Блин. Так. Сапожки. Неужели я сменю эти две мерзкие нефэншуйные сапожки? Блин, перевес. Твою же ж. Так. Ну, выкидываем, что делать? Да, богатый у тебя сундучок, ничего не скажешь. Ради этого я выкинула. Ну да ладно, там все равно особо ничего не нужно было. Так, ну и все, вроде три части, да. Теперь мы это должны этому типу отдать. А, так мы не забрали. Точно. Я же ключ-то взяла. Вот он, наверное, да. Ключ-то я взяла, короче, а забрать не забрала. Все. Конечно, ловушек понаставили, и ни один кинжал в меня не попал, отравленный. Или что там было? Не суть, короче. Что-то отравленное. Так, а вот теперь вот да, уже все. А то сейчас вернулась бы, блин. И надеюсь, дракон улетел. А то я не телепортнусь сейчас.
Там пришлось немного подождать, пока он улетит. Вот. И, в общем, телепортнулись обратно в Данстар. И бежим к этому. К музею, короче. Вернуть все, что мы нашли для квеста. Что это за звук такой был? Сил в лесу, блин. Ого, да ты знаешь свое дело. Ну, конечно. Мне это нравится. Держи награду. Наконец-то. 2400. Все части плохо. Бритвы в моей... Есть и четвертая часть. Это ножны в витрине. Они созданы для бритвы. И это еще не все. Я знаю, как собрать все части вместе. Нужно только отнести их в святилище Дагона и вызвать самого владыку хаоса. Я с самого детства знал, что у культа Мит... Неужели не понимаешь? Встретимся у храма. Ну, я не совсем понимаю всю эту суть, но смысл не в этом. Мне нужны сердце Даэдра, чтобы я впоследствии могла их собирать. Вот. И это как раз вот и есть святилище Мируниса Дагона. Или Мирунис... Короче, не знаю, Мируниса я его называю. Вот я сюда прибежала. Да, и, соответственно, еще вон туда внутрь можно зайти. И тогда Дагон заговорит с нами. И когда сюда телепортируешься, ну, в общем, все восстанавливается там спустя 10 суток, по-моему, вот. А, соответственно, здесь на входе тебя встречает двое этих стражников, которых можно забрать по сердцу. И когда внутрь заходишь, там тоже двое есть, и у них тоже можно забрать по сердцу, по-моему. Ну, в итоге 3 или 4. Может, ты попробуешь? Подойди, положи руки на алтарь. Смертный. С тобой можно говорить. Это вопрос или утверждение? Мне удалось собрать части моей бритвы. Это была забавная игра. Но Дагон не объявит победителя, пока на доске есть пешка. Убей Сила. Он и его род сослужили свою службу. Но я же не убийца какой-то. Ну да, и он помог мне найти эти части. Только Дагон решает. Бла-бла-бла, понятно. Стоит ли сохранить пешку? Я сказал. Первый раз мы его убивали. Сейчас не буду, короче, убивать и. Или я тебя сокрушу. Ну ты не сокрушишь, это раз. Во-вторых, просто не хочу его убивать, нет смысла в этом, короче. Стой. Я могу отнести эти части. Ты получишь довольно золото, я завершу свою коллекцию, и никому не надо умирать. Да, короче, вот... вали просто отсюда, и все, и живи себе припеваючи в этом своем музее, или где ты там обитаешь. Просто смысла, короче, там вроде никакого нет. Убьешь ты его, силы этого не убьешь, ничего не изменится. Квест как выполнился, так и выполнится, в общем. Только ты, типа, бритву эту не получишь, но она мне, как бы, особо и не нужна. Это только там для коллекции. Ты хочешь обмануть Мируниса Дагона? Страдай. Только вот я уже не помню, как когда мы его убили... Они появились или нет? По-моему, они так и так появились. То есть, как бы он такой, этот, Дагон-то. Тоже не особо честный. Так, одно сердце есть. У них еще мечи, оружие, короче, неплохое попадает. Но не в том плане, то, что его можно себе взять. А в том плане, что его можно продать. Ну, давай уже, умирай. Что ты тут не в тему? Так, куда ты там? Ха, свалился. Мне нужно еще одно сердце до Эдры. Вот, ключ от святилища, короче. Вот туда можно зайти, но сейчас не буду заходить. Может, в следующем видео уже долго снимаю. В общем, суть в этом. Это у нас святилище...
святилище Мируниса, Дагона, короче. И вот 10 суток, по-моему, должно проходить, чтобы они там восстанавливались и собирать у них. Вот, ну квест, в общем, пройден. Идем дальше на сбор деидрической брони. Увидимся в следующем видео.